Ну что, продолжаем работу. Сейчас покажу, что тут я нашел. Вот я вырезал уже стенку самой каменки. И вот что у нас тут внутри происходит. Вот так все выгорело и выдавило камнем. Вот так тут все, металл уже превратился. Черняет во что? Ну, может быть, да, была четверка, наверное. Но вот ее от жары и от воды, потому что на камни явно поддавали и, возможно, даже заливали каменку, и вода там оставалась. В общем, вот такой результат. Здесь уже кто-то вот ремонтировал. Как бы вот она почему причина. Бок был уже кем-то скрыт, как и я скрываю. Вот тут заплаточка уже была выгоревшая. Ну и, видимо, вот эти раскосы поставлены в тот же раз. Хотя, конечно, было бы куда грамотнее сразу положить мне еще целый на эту целую подложку, пока она еще была в своей геометрии. Взять можно было положить лист хорошей стали, проварить по кругу и потом вот эти раскосы поставить. Ну, сейчас придется вырезать и эти раскосы, не знаю, правда, как, тут неудобно. Ну и самое главное, вот эту вот. В общем, вот эту вот страхолюдину. Ладно, сейчас пойду поищу какую-нибудь сметочку, смету всю залу вниз. И продолжаем.